Ну что же, уважаемые коллеги, мы продолжаем знакомить вас с производством однолетников компании Сингенты в Индии. Иван, продолжай, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, партнеры. Еще раз представлюсь, меня зовут Иван Поздняков, хотя я думаю, что многие знают. Вот, я сейчас веду трансляцию из города Бангкок, и я уже практически год нахожусь на территории Юго-Восточной Азии, и сегодня мы рассказываем об особенностях производства в Индии, которые, наверное, в какой-то степени в очень серьезной, близко к производству в отношении климата, производству летников в южных регионах. Ну, например, на юге Краснодарского края, в Узбекистане и в Казахстане. Итак, мы остановились на особенностях субстрата. Да, я рассказал, что помимо кокосовых торфов, чипсов, волокон используются еще и красные вулканические почвы, которые богаты минералами. Они немножко отличаются от черноземов, они более структурированные, содержат меньше кальция, но больше калия и фосфора, и в том числе используется для производства уже готовой продукции как компонент субстрата для горшков. Итак, мы переходим уже к следующему материалу, который используется в производстве. Мы сейчас, напомню, говорим о материалах, потом мы перейдем уже к конструкциям и к оборудованию, назовем так, теплиц. В данный момент мы будем говорить о воде. Этот слайд посвящен воде, несмотря на то, что с правой стороны красивые петуни находятся. Очень красивые, компактные, корни белые, чистые, замечательные. Да, и с учетом того, что да, эта петунья выращена на субстрате с достаточно высоким pH. Потому что на стадии сеянцев обычно при посеве петунья страдает от высокого содержания натрия, относительно высокого, конечно, не критичного, но относительно высокого содержания натрия в субстрате на основе кокосового волокна и кокосовой крошки. Мы уже рассказывали, что с этим делать. Вот, а теперь То есть это переходим. общеиндийская проблема, да? Большое содержание натрия в субстрате, да? Натрия и относительно высокая жесткость, особенно воды, которая поступает из, ну, и высокая минерализованность воды, которая поступает из скважин. При этом даже бальзамины все равно могут выращивать бальзамины олеры, несмотря на это. Да. Естественно, тагетис, который любит более высокую pH, пеларгонии себя замечательно чувствуют. Они хорошо выдерживают pH 7 и 7,5. Петуния на ранних этапах страдает, но высокая EC, которую традиционно дают индийские производители, то есть это 2-2,5, она позволяет исправить избыток натрия, высокую pH в воде. То есть так, все-таки подожди, есть ЕСИ 2-2,5. Это у нас ЕСИ чистой воды единичка, плюс мы туда добавляем еще полтора. Да, и получается. Методом вот прям прямого измерения. Да, раствор в растворе. Обычно происходит это на итоговой стадии pH проверяют, EC проверяют, но используется дозатрон. То есть раствор разводится в основном при помощи дозатронов. То есть в Индии очень часто используют дозатрон. То есть это нормальная практика, это не какое-то исключение. Прям настоящий или какой аналог, а то мы тут это с санкциями в России думаем. Я подозреваю, многие из них настоящие, да, действительно, дозатрон, который французские, привыкли да? называть дозатроны, да. Многие из них уже производятся локально, потому что Индия – это страна, назовем так, переходящая к более индустриализация, да? глубокой рыночной экономики, и она проходит примерно тот же самый период, как Китай проходил в конце 90-х, начале нулевых годов. И они активно перенимают в том числе всякие технологические инновации, технологические приемы от западных производителей. То есть, грубо говоря, если на рынок приходит какая-то интересная новинка, то через Тут-то ее, да. полтора, да, Понятно. приходит, назовем так, энтузиаст индийский, да, с возможностью и деньгами, который примерно выпускает ту же самую продукцию. То есть разобрали дозатрон, посмотрели, из чего он состоит, и сделали аналог. И потом его по более дешевой цене
поставляют на рынок, потому что все Коллеги, прекрасно. слышите, да, кто у нас тут Кулибина? Казахстан, Узбекистан, Россия. Да, Думаете, да, да. берите на заметку. Да. Так, что у них с водой все-таки? Вода. Ну, я Итак. смотрю, как у всех, да, получается? То есть никаких чудес. Никаких чудес, да, вода из Вода. растительных каналов, но это скорее специфика больше Индии, то есть очень часто используется вода из растительных каналов, потому что климат аридный, районы немного гористые, то есть почвы хрящеватые, то есть порода подстилающая подходит достаточно близко к поверхности У почвы, них либо оросительные каналы. Вот в Узбекистане, например, проблема даже идет с осушением из-за того, что в советское время бетонировали все каналы оросительные, а потом перестали. И часть идет прямо по земле, идет страшная потеря влаги. А как в Индии? У них по бетонным идет каким-то каналам или нет? Или где как? В Индии каналы используются, как правило, открытые, но они не столько бетонные, сколько они имеют очень серьезную дамбу по двум сторонам. Дамба имеет ширину, наверное, где-то 300 метров. То есть, если сам канал имеет ширину 50 метров, то справа-слева плюсом дополнительно там 100 20 метров с одной стороны, 120 метров или там 130 метров с другой стороны. Что прям совсем огромное. Я путаю, Да, это значит, достаточно серьезные сооружения. И есть особенность индийских каналов. Вода подается по расписанию. То есть у них обычно вода подается, там, например, в 6 часов вечера или там в 5 часов вечера. Она подается на протяжении там, до, наверное, полуночи или до утра, в зависимости от расписания подачи воды, и потом она прекращается, то есть днем она не подается. Связано это О, с как потерей влагу сберегать. Ну удобрения, да, 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 да. да. Здорово. Связано это еще с особенностью полива, то есть для того, чтобы фермеры, которые забыли перекрыть задвижки, не случайно не полили, не подали воду во время жары на свои культуры, да, с А этими вот целями. интересно тоже, не знаю, знаешь ты или нет, насколько ты вникал, вот хозяйство, как я поняла, в Индии, кто производит цветы, они все частные. А Да. каналы оросители, они тоже частные или они государственные? Каналы муниципальные, Муниципальные. каналы не частные. Этим занимается местное, региональное или городское правительство. Да, и в отношении каналов, можно сказать, есть еще и закрытые водоводы, которые идут по трубам обычно, да, металлическим. Но основная масса воды, основной объем для сельского хозяйства поступает в основном, конечно, по каналам, по открытым каналам. Как ты правильно заметила, основная масса хозяйств в Индии, оно частное. Они имеют владельцев конкретных частных, не А вот вода из государственных. скважин, я смотрю, в каждом хозяйстве вода из скважин, или как, вот что выгоднее, вот, и почему ты их выделила, почему отдельно идет вода из открытых оросительных, вода из скважин, дождевая вода, ну дождевая, ладно, самая чистая, самая лучшая, а как сильно отличается там вода из скважин, из каналов? Как правило, вода из канала, она менее минерализована, с одной стороны, но с другой стороны содержит больше натрия, потому что в водохранилищах, как правило, натрий накапливается за счет поверхностного смыва. Вода из скважин отличается тем, что содержит больше фосфора, кальция, потому что породами являются в том числе апатиты и фосфориты, которые включаются вот в материнские породы, которые подстилают почвы. Именно поэтому по качеству они серьезно, выразительно отличаются. Но общая особенность, за исключением дождевой воды, всех типов прочих источников, это достаточно высокая минерализация до ЕС-единицы. Конечно, это не засоление. Почему? Потому что натрия содержится не так много. В большинстве случаев это кальций, двухвалентные элементы, прочие, магний, железо и фосфор. Ну и, То соответственно, есть многие можно не жители. подкармливать растения, отлично. Слушай, есть навоз в субстрате, есть фосфор, кальций в водичке, все, я могу тогда же не кормить. Или как? Но Или есть нюансы? при этом есть нюансы. Калия, как правило, не хватает. То есть, несмотря на то, что все-таки калия тоже много содержится в воде уже изначально. Но на самом деле этого количества не всегда достаточно. Особенно это касается калия, для того, чтобы обеспечить полноценное растение. С кальцием, да, действительно, можно практически не применять нитрат кальция.
То есть Это... он реально усваивается растениями, как и фосфор. Потому что у нас бывает жесткая вода, но ты хоть улейся, растение этот кальций нормально не получит. А здесь Здесь получается, вместе с здесь. нитратом, вместе с фосфором, да, кальций достаточно усваивается. Плюс он не так из-за наличия фосфора и из-за особенностей этих солей он не так быстро впитывается, но и при этом и не так быстро выступает на поверхность, потому что фосфаты кальция это плохо растворимые соли, но они и плохо перемещаемые. Это все-таки не гидроксиды, ой, извините, не карбонаты, не бикарбонаты кальция, которые еще повышают pH при этом, да, из-за бикарбоната аниона. Потому что фосфат анион, он все-таки не позволяет кальцию быть более опасным, быть настолько опасным, как кальций в виде бикарбоната, то есть кальций, который обеспечивает жесткость. Вот. Следующий слайд, наверное. По pH, да, у воды, в общем-то, достаточно высокая, выше 6, как правило. Вот. И теперь мы переходим после воды уже к различным компонентам защиты и различным химикатам, которые используются. Надо сказать, что в Индии из-за того, что много производств, которые производят дженерики, и много производств химических, различные препараты доступны. Доступны препараты, в том числе и импортные. Как правило, качество их удовлетворительное или хорошее. И из-за того, что очень мало ограничений на импорт химии, ассортимент очень широкий. То есть можно найти различного рода регуляторы, практически весь спектр, начиная от обычных CCC, там паклобутразола, заканчивая там такими специфическими, как флорел, ну А и используют их? Вот защитные вообще, средства. и у них такое солнце. Зачем им эти ретарданты на цветах? Ну, дело в том, что когда происходит выращивание рассады, в ряде случаев ретарданты необходимы, потому что они выращиваются в теплице. И в теплице из-за меньшей инсоляции, из-за меньшего содержания ультрафиолета и высокой температуры, потому что в теплице меньше вентиляции, естественно, происходит иногда вытягивание, ну и для повышения ветвления, потому что ретарданты, они же влияют не только на высоту, они еще и стимулируют закладку боковых почек. А вот Вот, откуда... пластиковые кассеты и горшки доступны в неограниченном количестве от разных местных компаний. Смотри, ты говорил еще в первом блоке о том, что субстрат у нас содержит, по-моему, 60% вот этих вот краснозема, да, то есть Краснозем, совершенно достаточно верно. тяжелые кассеты, Да, как да. они не разваливаются, и горшки, насколько хороши. Опять же, ну тут я для россиян стараюсь, да, у нас западные кассеты, опять же, с пластиком плохо, в России тоже не всегда найдешь, что-то находят в Китае, вот как с индийским пластиком, кассеты, горшки. Индийский пластик хороший, но с точки зрения тяжести субстрата, я бы сказал, для кассет это не проблема, потому что в кассетах все-таки используются субстраты на основе кокосового волокна или кокосовый торф, потому что субстрат, То который есть это представляет для перевалки они только используют только на чего? последней стадии в горшках. Да. Потому что там большой объем, там нужно уменьшить себестоимость, и там логично уменьшать себестоимость. А в кассетах все-таки используется тот же самый промытое кокосовое крошка или волокно. И в кассеты не такие тяжелые. Да, они, конечно, становятся тяжелыми после полива, потому что, ну, любые кассеты становятся тяжелыми. Но, тем не менее, качество пластика достаточно хорошее. А продажа? Вот кассеты. А вот как? Ну, у нас, например, на городское озеленение идут кассеты. Или там даже на рынке, когда возят там кассеты, десяточки. Или там 54-й ножницами разрезают. Это боль моя, петунья в 54-х кассетах. Но я все равно вот спрошу. А как в Индии с готовой продукцией? Как они продают? Вот хороший очень вопрос, потому что это касается специфики индийского рынка. Как правило, озеленители используют именно продукцию в горшках, либо продукцию в пластиковых пакетиках объемом пол-литра. Или 0,3 литра иногда бывает, иногда пол-литра, в зависимости от того, какое растение используется, по какой цене производитель хочет продать эту продукцию. И озеленение, в том числе муниципальное озеленение, покупает именно растения в горшках очень часто. И это то же самое можно наблюдать и в Таиланде. Очень часто для озеленения применяется не культура посадки, а культура пристановки. То есть горшки
выставляются, не сажаются, то есть растения не вытаскиваете. Слушай, а в Самарканде также, кстати, коллеги из Узбекистана, точно, в Самарканде также, я еще помню, вдоль трассы, я думаю, боже, они растения прям в горшках ставят, то ли они ленятся это ставить, то есть это культура такая, это вот так вот. Это особенности озеленения. В ряде случаев существуют даже специальные оборудованные клумбы, которые имеют бортики, и внутри этих бортиков расставляются горшки. Во многих случаях действительно происходит посадка растений в виде небольших там растений, которые только начинают цвести, из горшков переваливаются в субстрат или в грунт клумбы. А в ряде случаев происходит именно пристановка. Особенно если это касается небольших объемов или если это касается, ну, например, мемориалов, да, то есть стоит какой-то памятник, у него есть специальные огороженные площадочки для выставления цветов, или там, например, культовое какое-то сооружение небольшое, туда ставят горшки, когда они отцветают, их меняют просто на другую партию, на следующую партию горшков, чтобы был непрерывный цикл, свежих цветов на этой территории. А Вот. пластиковые вот эти пакетики полиэтиленовые, то есть их не разрывают при посадке, их тоже вот так вот штабелями. Если растения высаживают, их разрывают. Да, конечно. Если растения высаживают на длительное цветение, ну, например, растения розеточные или растения, которые могут долгое время на боковых побегах зацветать, как, например, бальзамин или розеточные растения типа газани, да, конечно, их высаживают, если их на долгое время высаживают, их высаживают прямо в грунт, и в этом случае пакетики разрезаются. Если пакетики используют, ну, например, часто так тагетис выставляют, например, около каких-то культовых сооружений, около храмов индуистских, да, там действительно пакетики просто ставятся не без разрезания, вот в специально подготовленную такую нишу или емкость, или внутри бортиков, которыми ограничена эта территория или этот кусочек площадочки. Вот. И так они растут до тех пор, пока они не потеряют свою декоративность. Вот. А вот тоже вопрос, конечно, не по теме материала, хотя по теме материала. А есть ли у тех, кто ухаживает, удобрение, или вот у них стоит вот около мемориала вот это вот все, они это поливают, они это подкармливают? Они это поливают, но, как правило, не подкармливают. То есть просто происходит обычный полив из шланга, иногда даже бывает без там рассекателей, то есть без каких бы то ни было В общем, все насадок. как у всех, Включает чудес не ничего, да. бывает, завидовать нам нечего этим городским селенистам. Все зависит, опять-таки, от целей, от конкретного покупателя, от конкретного места. Например, муниципальные какие-то закрытые территории, они используют действительно хороший полив. Там есть человек, который следит, который выполняет функцию садовника и следит за посадками, в том числе за летниками. Да, он действительно может подкармливать или просто поливать хотя бы не из шланга, а из шланга с рассекателем. Да, все зависит от конкретной территории. Так, а в чем это производит? Давай следующий слайд посмотрим, как это Итак, все. это производят Что-то различным способом. тепличные конструкции, вот, коллеги, если посмотрите, там где-то на горизонте, в тумане видны теплицы. Да, но на самом деле от того места, где я фотографировал, до этих теплиц порядка около 200 метров всего, то есть это не так далеко. Теплицы пленочные. В отношении конструкции я могу сказать, что в основном конструкции теплицы применяются для защиты от дождя и от избыточной инсоляции. Боковые стенки теплицы могут открываться, как правило, они открыты и остаются, и используются вентиляция на крыше теплицы. То есть вот та самая форточка или там пространство между двумя Они скатами. учитывают розу ветров, все по правилам как? Как Или абы кто, абы как? правило, происходит расстановка теплиц относительно в основном направления Солнца, то есть север-юг. Но роза ветров обычно при этом не сильно учитывается, потому что из-за рельефа она может сильно меняться. То есть на рядом стоящей территории, которая может находиться в пределах всего 2 километров, ветра могут быть преобладающими совершенно другими, просто из-за того, что это будет другой склон холма. Или там территория прикрыта грядой холмов каких-то, или там небольших гор там. Ну, обычно до 200 метров от холмы, ну, холмов, да. А Вот. на переднем плане вот ничем не прикрыто растение, просто вот это палящее, Да, страшное да, индийское солнце.
На переднем плане это открытые площадки, площадки открытого грунта, где Это не выставляются. торговые, это Это производственные. производство, да, совершенно верно. Это производство, это уже готовая продукция. На переднем плане цинния, на заднем плане другие культуры, в том числе тагетис, в том числе антиринум. Может, Так следующий растения слайд стоят. или как? Да, так растения стоят под открытым грунтом, но в первую очередь те, которые, назовем так, устойчивые к высокой инсоляции. Следующий слайд – это то, что внутри конструкции. И я могу сказать, тепличные конструкции очень отличаются в зависимости от тех целей, для которых они используются. В данном случае на фотографии тепличные конструкции, используемые для черенкования. То есть это абсолютно закрытые теплицы, мало того, еще и с холодильником, с кондиционированием. То есть, да, внутри теплицы подается воздух, который идет от холодильной камеры, вентиляторами гонится. И если температура в момент, когда эта фотография была сделана, составляла 27 примерно градусов, может быть, чуть выше, было достаточно солнечно, то внутри теплицы 21 градус. Теплица применяется, данная, для производства каланхоя в основном, ну не только, там и бальзамин черенкуется, каланхоя и другие культуры, пентас, вот, и происходит это все на столах, под укрытиями дополнительными, используется туман. То есть теплицы могут быть от сравнительно простых, которые защищают в основном только от дождя, там, с открытыми боковыми стенками, до в том числе кондиционируемых. Они выглядят, я бы не сказал, что высокотехнологично, но на самом деле в них создаются условия, которые очень подходят и в которых растения могут выращиваться, в том числе такие нежные, как, например, бальзамин. Да? Столы металлические, да? Я смотрю, там какая-то сетка Да, вот в столы левом – это углу. металлическая сетка, и в данном случае можно применить такую, назовем так, такое правило, как кто во что горазд. Люди используют подручные часто материалы для производства столов, вот, и материалы, которые наиболее дешевые, да, для этих целей. Капиллярные маты не используют? Нет, нет. Максимум, что использую, это покрытие пластиком на поверхности столов. То есть покрытие пластиковыми нетканными материалами. Итак, наверное, переходим Следующий, да, к следующему слайду. О. Так выглядят территории уже производственные, в которых растения размещаются на финальной стадии. После перевалки растения либо могут какое-то время находиться под притенкой, либо выставляются, либо остаются под ней, в зависимости от культуры. То есть бегонии, бальзамины, как правило, остаются под притенкой. А солнцелюбивые культуры, можно их так назвать, туда относятся сальвии, цинерарии, антиринумы, цинии. Эти культуры выставляются через примерно 2-3 недели уже на открытой площадке, где они достигают уже своей, назовем так, готовой финальной стадии, после чего они отправляются либо на точку продажи, либо напрямую забираются покупателями, если поступает большой заказ и, там, например, нет необходимости вести их на торговую точку. Вот таким образом устроены Ящики теплицы. собирают в эти прекрасные разноцветные Да, ящики. То да, да. есть троллей нет Нет, и нет. Тролли транспортер. применяются, но очень редко. Тролли действительно применяются, но, как правило, это либо тролли местного производства, либо китайские, которые более дешевые. Очень часто, ну вот как я, например, в Сингапуре видел, хотя Сингапур это высокотехнологичная страна, да, тем не менее, я там видел тролли китайского производства с металлическими полками. Они очень неудобные, потому что Тяжелые, наверное, еще. пришлось с ними, да, они тяжелые, пришлось с ними работать, ну, просто для того, чтобы перевозить растения для выставки. Вот, но тем не менее, да, вот используются в том числе и тролли, и в том числе и китайского производства. Ну, видимо, там прокатный металл дешевый, поэтому им проще было вместо того, чтобы фанерку использовать, пропитанную, использовать вот такого типа материал. А транспортировка в Индии происходит просто грузовиками в ящиках, причем из-за того, что бензин сравнительно дешевый, тяжесть субстрата и тяжесть горшка, который перевозится, значения особого не имеет.
Несколько ходок Да, могут делать, да, как я понимаю? много ходок в Хорошо, течение живут дня. ребята. Транспорт практически не останавливается. То есть на торговой площади растения приезжают непрерывно. То есть что-то забрали, что-то привезли. Или приехал заказчик, под него приехал грузовик. Все это происходит в режиме непрерывного онлайн. В том числе до позднего вечера, там до 9-10 часов. То есть даже питомник может быть закрыт, а под заказчика еще растения приезжают. Тем не менее, как бы работа там, основной массы работников, она нормированная в течение там светового дня, то есть начинается примерно с 7 часов, заканчивается в 6 часов, с перерывом там 2-3 часа на обед обычно из-за того, что все-таки днем жарко. Иногда бывает там больше, длиннее перерыв. Ну, вот таким образом выглядит. Но, тем не менее, работы происходят, ну, в рамках, так скажем, 80 часов, да. И таким образом устроено производство в Индии. С одной стороны, оно относительно простое, а с другой стороны, в ней много элементов, которые характерны и для производства, в том числе европейского. Вот. Спасибо. Так, у нас блок заканчивается или у нас еще слайд есть? Как у нас? Да, Ага. мы переходим в следующем блоке уже к технологической цепочке, к схеме производства, где мы более подробно будем рассматривать различные стадии производства и как они выглядят. А на этом мы, наверное, завершим этот блок. Так, завершаем блок. Да, большое спасибо.